Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по недельным главам на основе бесед Любавического Ребе. Сегодняшняя недельная глава Пинхас называется «Мужество доброты». И мы посвятим сегодняшний урок возвышению души моей бабушки Раиса бат Мойше. Пинхас, сын Элиазара, сына Аарона, Коэна, сказано в Торе. Раша комментирует, колено Израиля позорили его, говоря, видали вы такого сына? Пути, имя такое, Пути, чей отец матери откармливал телят для того, чтобы приносить их в жертву идолам. А он убил вождя колена Израиля. Поэтому Тора, защищая его честь, относит его к потомкам Аарона. Значит, здесь имеется в виду потомство, происхождение Аарона. Тора говорит, что это потомок Аарона Коэна. А те люди, которые возмущались против поступка Пинхаса, когда он, увидев, как князь, глава колена Шимона, Зимри, приводит мидьянскую принцессу Косби на глазах у Моше Рабейну и всего народа в свой шатер, что было запрещено, естественно. В этот момент Пинхас, проявляя ревность за Всевышнего, убивает их обоих, исполняя закон Торы. В этот момент решительно и сразу действуя. Так вот, на первый взгляд, это непонятно. Если они презирали его, то есть люди, которые увидели это и осуждали Пинхаса, что он внук Итро. Да, а Итро был зятем был тестем Моше Рабейну, он был отцом жены Моше Рабейну Ципоры. Так вот, и они осуждали Пинхаса, говоря, что он внук Итро. Почему упомянули именно эту деталь, что он откармливал телят для того, чтобы приносить их в жертву идолам? Почему они не сказали, что было бы гораздо проще и одновременно более унизительно, да, в этот момент, что Итро перепробовал все виды идолопоклонства, которые только существовали в мире? Да? Напомню, что Итро был очень особенным человеком. Он на самом деле знал все виды колдовства, и он перепробовал все виды идолопоклонства, да. Но он пришел к тому, что именно еврейская, иудейская религия самая правильная. И он сделал гиюр, принял еврейство, принял Тору совершенно осознанно. Именно поэтому глава Торы, в которой рассказывается о принятие о получении Торы на горе Синай называется Итро. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, в чем вообще была претензия колен Израиля к Пинхасу. Ведь если они знали, что по закону Торы Зимри подлежит смертной казни, и ревнители за честь Творца убивают его, то почему вообще позорили Пинхаса? Если же они считали, что Пинхас не должен был убивать Зимри, то должны были позорить его за то, что он нарушил запрет убийства, а не за то, что его дед откармливал телят для жертв идолам. Объяснение таково. Колено считали, что Пинхас пошел на убийство Зимри не потому, что он так уж ревновал за Всевышнего, а потому, что был просто жестоким по характеру, который наследовал от деда. Поэтому они говорят о том, что Итро перепробовал все виды поклонства в мире, и подчеркивают, что он откармливал телят. То есть они не говорят, что он все виды идолопоклонства перепробовал, а подчеркивают, что он откармливал телят для жертв идолам. Ведь это невероятная жестокость откармливать телят лишь для того, чтобы потом убить их и принести в жертву идолам. Считаем. Надо сказать, что по этой причине Раши пишет не просто его дед, а отец его матери. Ведь казалось бы, что важного в том, что Итро был дедом Пинхаса, именно со стороны матери. Объяснение этому мы находим в комментарии Раши до начала главы Тазрия.
Если женщина забеременеет, родит сына. Раши пишет, что появление мальчика связано особым образом именно с матерью. И наоборот, рождение девочки зависит от силы отца. Таким образом, колено утверждают, утверждали, что есть все причины, почему там есть все причины тому, чтобы Пинхас унаследовал жестокость именно от деда со стороны матери, а не со стороны отца Аарона Коэна. Поскольку Пинхас мужчина, то есть связан именно с матерью, а его мать женщина, связана со своим отцом Итро. Вот такое объяснение. А? Продолжает Раши. А он убил вождя колена Израиля. Те, кто позорили Пинхаса, хотели тем самым подчеркнуть разницу между Пинхасом и Зимри. Итак, Пинхас, по их мнению, был символом жестокости. А Зимри был вождем колена Израиля. А главной ролью вождя была забота обо всех, кто относится к его колену. Сказано так, и Зимри фактически доказал на практике, что он достойный вождь. Он подверг себя опасности ради остальных людей из его колена. Получается, что убитый Зимри был Иш-Хесед, да, то есть добрым, милосердным человеком, творившим благо. Колено утверждали, что, возможно, это и было причиной того, что Пинхас набросился именно на Зимри. Ведь известно, что человека жестокого по природе больше всего злит тот, кто представляет собой его полную противоположность. И к тому, и к нему относятся гораздо более жестоко, чем ко всем остальным. Ага, поэтому говорит Тора, как объясняет нам Раши. Поэтому Тора, защищая его честь, относит его к потомкам Аарона. Тора подчеркивает, что все наоборот. Ревность Пинхаса исходила именно из качества Аарона, который сам был примером Иш-Хесед. Ведь про него сказано «любящий мир и относящийся к миру». Именно от Аарона Пинхас унаследовал свою ревность за Всевышнего, которая была на самом деле величайшим добром для всего народа Израиля, как сказано, Пинхас, сын Элиазера, сын Аарона, Коэна, отвратил мой гнев от сынов Израиля, и я не истребил сынов Израиля в моей ревности. Это подчеркивается и в награде, которая была дана ему за это. Поэтому я заключаю с ним мой союз мира. То есть, этот поступок Пинхаса отвратил эпидемию, которая началась сразу после того, как Зимри совершил этот проступок. Так вот, поступок Зимри, наоборот, был противоположностью мира и невероятной жестокостью по отношению к Израилю, ведь своим грехом он вызвал гнев Всевышнего, и началась эта страшная эпидемия. Там, где о праведнике говорится восхваление, о злодее говорится порицание. Где мы видим это? Когда в Торе показывается происхождение Зимри, имя убитого еврея Зимри, сын Салу, глава отчего дома, колени Шимона, Тора подчеркивает, что жестокость в характере Зимри исходила от его деда Шимона, о котором сказано, Шимон и Левы прокляты из-за их проклятый жестокий гнев и их свирепая ярость. Да, помните, Шимон и Леви вырезали город Шхем всех мужчин, которые сделали обрезание только после того, когда был этот нехороший случай изнасилования Дины, их сестры. Получается, что поведение Пинхаса и Зимри было, по сути, противоположно тому, как это выглядело на поверхности. Поступок Пинхаса, который кажется жестоким, на самом деле доброе дело, приводящее к миру, полностью соответствующее путям деда Пинхаса, Аарона. А Зимри, чье действие было прикрыто маской добра, совершил жестокий, абсолютно безответственный поступок, который вызвал катастрофу в еврейском народе. Итак, мы разобрались, почему Тора пишет, что Пинхас – потомок Аарона, потому что именно качество Аарона Пинхас перенял, это качество доброты, потому что Аарон любил мир, стремился к миру и приводил людей к Богу. Таким же образом поступил и Пинхас. Он проявил ревность, защищая честь и имя Всевышнего.
И это было добро по отношению ко всему народу, потому что остановилась эпидемия, и он выполнил свой долг перед лицом народа, перед лицом Моше Рабейну. А Зимри, наоборот, естественно, жестокий поступок совершил и по отношению к народу, и неправильный поступок по отношению к законам Торы. Замечательного дня, прекрасной новой недели.